что, расскажите, вот делает вам видеоработы, ваши клипы, да, и кто отвечает за образы в них? Ну, то есть есть ли у вас человек, который вам в этом помогает, советует, или вы занимаетесь этим сами? Сама я этим не занимаюсь, потому что я гораздо лучше пишу песни, нежели придумываю наряды. Поэтому у меня есть стилисты, это дизайнеры Луви. Я, в принципе, почти всегда сейчас в их нарядах. Они занимаются тем, чтобы... Я почему им доверяю? Они ничего лишнего не советуют и не делают из меня кого-то другого. То есть, когда ты приходишь к стилисту, ты... А через 40 минут тебя уже убедили, что тебе надо быть таким, 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 и ты уже потерял себя. Это не стилисты, это злые люди, не доверяйте им. А я ценю тех людей, которые просто помогают поддерживать мое внутреннее состояние. Совпадает абсолютно. Да, и просто его передавать.